Мы решили узнать, кто из знаменитых женщин может порвать за любимого мужчину. С ними лучше не шутить ради собственной безопасности. Лейсан Утяшева, гимнастка, напала на финалистку проекта «Выжить в Самарканде» Юлию Паршуту на шоу «Воли». Лейсан не понравилось, что певица проявляла открытый интерес к ее супругу. В конце концов Утяшева не выдержала. «Ты чего на него смотришь, слышишь? У тебя есть парень вообще? Нет. У тебя есть на кого смотреть? Смотри туда», – пошутила жена Паршута. Павла Воли. Зрители отметили, что талика возмущения в ее интонации все же была. Дженнифер Лопес. Ревность мешала Джей Ло построить крепкие отношения с предыдущими бойфрендами. В браке с Беном Аффлеком звезда тоже себя не сдерживает. Вероятно, публичные размолвки звезд связаны как раз с излишней мнительностью Дженнифер. Ведь Бен тесно общается с бывшей супругой, якобы ради детей. Ева Мендес. Райан Гослинг каждый раз публично признается в любви жене, но Еве Мендес этого мало. Она все равно ревнует актера к его коллегам, особенно к Эмме Стоун, с которой Райан снялся сразу в нескольких фильмах. Но Гослинг уверяет, что с партнершами по площадке его связывают исключительно приятельские отношения. Меган Фокс. Актриса уже несколько лет собирается выйти замуж за рэпера Машин Ган Келли. Вскоре после помолвки в паре наступил кризис. Инсайдеры сообщали, что Фокс заподозрила жениха в изменах с его гитаристкой и из-за этого удалила совместные фото из социальных сетях. Но походы к семейному психологу помогли звездам восстановить доверие. Мила Кунис. Эштон Кучер и Мила Кунис представляют собой образцовую пару. Однако и в их отношения вмешивалась ревность. Бывшая жена актера, Деми Мур, пыталась найти с его новой спутницей общий язык и присылала их детям дорогие подарки. Но Мила восприняла это как навязчивость. Все презенты вернули отправительницы. Анна Хилькевич. Анна Хилькевич выходила замуж и знала, что даже любимому мужу нельзя доверять. Звезда «Универа» боялась подпускать к супругу красивых подруг, а еще регулярно проверяла его телефон на наличие сомнительных переписок. Однако постепенно Анну отпустила, и она дала возлюбленному чуть больше свободы. Никола Пельц. У Николы Пельц нет ни единого повода ревновать Бруклина Бекхэма. Молодой человек помешан на избраннице и не отходит от нее ни на шаг. Однако она все равно находит возможность зацепиться. Например, Никола боится, что ее супруг может увлечься кем-нибудь из поклонниц. Светлана Ходченкова. Считалось, что в паре Светланы Ходченковой и Владимира Яглыча ревнивцем был он. Однако у актрисы тоже было немало претензий к бывшему мужу. Ситуацию усугубляли и откровенные сцены в кино, и навязчивые поклонницы и партнерши по съемочной площадке. В итоге звезды не ужились и развелись.